Обеспечение безаварийной работы систем газоснабжения – одна из основных задач, возложенных на специалистов предприятия «Брестгаз». За последние несколько лет в работу учреждения было внедрено достаточно большое количество комплексов и систем, позволяющих контролировать весь процесс детальнее. А чтобы потребитель в случае необходимости смог быстрее найти ответ на насущный вопрос, предприятие внедрило в мессенджер Viber свой чат-бот. Удобный сервис в режиме онлайн оперативно отвечает на часто задаваемые вопросы по газоснабжению. Составили ответы более чем на 100 вопросов, которые в основном интересуют наших потребителей. И нам в Viber создали чат-бот. Эта площадка позволяет иметь автоматизацию ответов на определенные вопросы. Все вопросы, которые не вошли и интересуют наших абонентов в автомат ответа, рассматриваются специалистами отдельно. Сегодня в базе «Брестгаза» более 100 тысяч абонентов. Новую услугу уже протестировали около 5 тысяч. Именно столько подписчиков добавили себе на смартфон нужную вкладку. Понятный и логичный интерфейс чат-бота поможет пользователю найти любую необходимую услугу. При переходе по QR-коду уже человек заходит непосредственно в сам чат-бот, открывается сообщество вот это именно, куда он автоматически подписывается и уже выбирает из меню нужный ему пункт меню. То есть для того, чтобы найти ответ на свой вопрос. Воспользоваться сервисом «Брестгазбот» может каждый владелец смартфона, а пригласить в чат-бот можно любого из списка контактов с помощью кнопки «Поделиться». Кстати, на смартфон, а точнее на электронную почту, сегодня можно получать и так называемые жировки. Причем для подключения услуги не нужно приходить в профильную организацию. Надо обратиться к нам, можно подать либо письменно, либо на электронный адрес заявление на куб ЖРЭО с указанием электронного адреса и с просьбой присылать электронное извещение. Либо зайти на сайт КУМПП Брестской городской ЖКХ, на страничку куб ЖРЭО. Там есть подача заявлений в определенной форме, и можно там подать свое заявление именно на сайте. Так что теперь один смартфон может легко заменить сразу несколько гаджетов, плюс освободить от лишних переездов и походов в людные места. А что уже выбрать для себя, каждый решает, исходя из потребностей и удобства.